компания «Уральская усадьба» представляет теплицу «Фермер 3М», сваленная из трубы 20 на 20, порошково-полимерная краска светло-серая, фундамент 100 на 100 брус, пропитанный антисептиком, и клиент сам сделал дополнительно под наш из блоков и рубероид. На данной теплице стоят автоматы на коньковых формулках, автоматическое проветривание. Сейчас они закрыты, потому что температура низкая. Теплица «Фермер» разборный. Сделан из двух арок. Собирается. Поликарбонат 4 миллиметра. Вся теплица перфолентой металлической оцинкованной, пройдена по всем аркам и торцам. Полностью весь поликарбонат торцевым профилем идет по всему периметру теплицы. Также на формугах и дверях. Ну вот и все. Mm-hmm.